Рассмотрим применение описательной статистики. При этом применим описательную статистику в контексте более широкой траектории поиска связи или влияния временного периода на протестную и политическую активность. Перед нами слитый файл, состоящий из файла за 2010 год и файла за 2012 год для Российской Федерации, и в нем представлены переменные, отвечающие разным сторонам политической активности, и переменные, которые потенциально влияют на эту политическую активность, ну, в том числе, соответственно, и временной период. Для этого рассмотрим описательную статистику по следующим переменным. Возьмем в качестве наиболее интересующей нас, прежде всего, переменную об участии в массовых мероприятиях. Это переменная. Рассмотрим по ней писательную статистику, причем будем всю писательную статистику выводить отдельно для 2010 года и 2012 года. Для этого сделаем split файл. Эта переменная является дихотомической, поэтому к ней применимы прежде всего мода в качестве меры средней тенденции. Медиана к ней неприменима, смысла большого нет в медиане. Среднеарифметическая применима при условии специфики интерпретации. Квартили неприменимы, нет смысла. Тем более нет смысла считать квартальный разброс. Дисперсии и стандартные отклонения имеют смысл, опять же, при условии особенной, не похожей на обычную интервальную или метрическую переменную, интерпретации. Мы видим отдельно блок для более ранних анкет